Привет, Drive 2. Я делаю девушке сегодня предложение. Любимые, я очень сильно переживаю. Просто телефон разрывается, я просто не могу это все совместить. Мне так охота, чтобы все это красиво было. Любимые, это все для тебя. И это Drive 2. И всем, и еще не только любимые, еще и всем, кто помог. Просто всем от души спасибо большое. Вы мне скажете, куда мы едем? Эти люди. Я ожидаю чего? Я не знаю, как бы вы меня на органы продали. Но единственное, успокаивает, что сестренка здесь. Все-таки она меня хоть чуть-чуть, наверное, любит. Может, не чуть-чуть? Да, правда? Но я пока в шоке. Я не знаю, что сказать, простите. Алло, Илья, здорово, это Азамат. Че, как дела? Ага, все. Да, я июнь проехал только что. Июнь. Ага, давай. Все красиво. Держать, сейчас поедем жрать.
все ништяк, все отлично, все хорошо. Куда едем? Японцы, ладно. Очень рада, очень большое спасибо всем, кто участвовал в этом. Отдельная благодарность. Выпускайте. Все супер, вообще отжився сделали. Я безумно счастлива и рада. Да? Привет! С вами снова я, короче, мы сегодня это. Ты не дуй сюда. А мы сегодня без коньяка. Мы сегодня с виски и без пива. Не надо, не надо, я трезвый. Мы, короче, сегодня собрались здесь. У нас один человек, наш одногруппник, делал предложение своей девушке. Мы помогли ему, собрались толпой. Все сделали очень красиво. Нам всем понравилось. Главное, понравилось девушке. Она вообще в шоке от всего происходящего. У них будет свадьба, у них будет детишки и все такое. Я, конечно, противник всего этого, но... Но, короче, желаю им счастья. Сегодня у нас Эдик сделал предложение своей девушке Свете. Я желаю им семейного благополучия, детишек, всего самого лучшего. И вообще, Эдик такой большой молодец, прям такой сделал мероприятие. Так, ну что я могу пожелать Эдику и Светке, это мои товарищи. Я их уже с детства знаю. Ну что, я рад за них. Главное, чтобы жили долго и счастливо. Да. Счастья, здоровья, успехов в жизни. Семейного благополучия. Удачи тебе, счастья, любви со Светой. Хотел бы пожелать Свете и Эдику, чтобы у них была крепкая семья, чтобы не ругались. Это вот очень важно, чтобы не ругались. Чтобы благополучие, достаток в семье был. И сегодня, я думаю, что этот день они запомнят надолго. Вот, как могли, вот там вроде помогали, вроде все получилось. Чтоб дети хорошие родились, мальчики, девочки. Всего самого наилучшего вообще. Дорогие Светы и Эдик, я желаю вам, чтобы в вашей семейной жизни все было гладко, чтобы у вас все было хорошо. Здоровых вам детишек и побольше, чтобы вы были счастливы. Я вас люблю. Мы желаем, чтобы у вас все хорошо было и от всей медицины, медики. Желаем, чтобы у вас было крепкое здоровье и чтобы в будущем здоровые дети. А от всех архитекторов желаем им большой, огромный и хороший дом. Все. Желаю вам долгой, счастливой жизни, чтобы получше, взаимопонимание, детишек побольше, да. Девочек, мальчиков. Всего вам самого хорошего. Вот, Эдик, пришло твое время. Будь счастлив в браке со Светой. Слушайся, я Рустем, и я Рустем, Светлорис, тебя воспитали. Все будет хорошо, мам. Короче, смотри, там что, наших там дофига. Братан, смотри, раскидай, кто левый, вообще просто спроси у них. И этот. И Саша тоже, сейчас Саша на приусе подъедет, в троллейбусе. Его тоже жди. Окей.